Дорогие любимые женщины, от души поздравляю вас с праздником 8 марта. И хочется пожелать вам в первую очередь, чтобы вы как можно дольше оставались яркими, цветущими, красивыми. Ведь в отличие от нас, мужчин, вы 5, 10, 15 лет своей жизни тратите на рождение, воспитание детей. Но вы, всех мужчин нашей планеты, вы вдохновляете. Большинство подвигов, которые мужчины совершают, это, как правило, ради женщины. И очень хочется пожелать, чтобы вы вот в таком цветущем состоянии оставались до 50, 60, 70 лет. Для вас мы разработали систему, как оставаться красивыми. Но от вас требуется желание, упорство, вера в это и стремление управлять временем, которое нас ставит. Приходите к нам в клинику и, самое главное, будьте счастливы.